Сразу после исполнения гимна страны слово взял первый заместитель председателя Экибастузского городского филиала партии «Нур Отан», недавно назначенный на должность Нияз Макраев. В аппарате городского филиала партии работает 5 человек, 3 из которых женщины. Уважаемые однопартийцы, за отчетный период была проведена работа не только по увеличению количества членов партии, но и его качественному составу. Сегодня городской филиал партии объединяет в своих рядах уже 61 первичную партийную организацию и 182 партийных групп, что составляет 14860 членов партии. Сразу после первого зама выступил и председатель Экибастузского филиала городской партийной ячейки аким города Экибастуза Кайрат Нукенов. Первым, кто стоял у истока создания городской партии, партийной организации, возглавил ее Смагулов Кайрат Хамидович. Это поистине, можно сказать, что его праздник. Эстафету принял на протяжении 11 лет, возглавлял городской филиал партии Рамазанов Самат Жаинович. В Экибастуз первые 100 партийных удостоверений пришли уже 28 марта. Первыми их обладателями стали сотрудники предприятия «Промсервис», которое в то время возглавлял Раис Харисович Гайнулин. Были первыми у истоков, получали первые партийные удостоверения, тогда называлось. Первые 100 штук Кайрат Хамитович принес АО «Экибастуз Промсервис». Нынешний «Промсервис Отан», генеральный директор вот здесь рядом сидит, Гайнулин Раис Харисович, я помню даже номер 16201 у него. Я вот попросил тогда, когда я говорю, давай мы его сдадим в областной музей, наверное, там и хранится. Но я горжусь, что второй у меня был. Но в любом случае, первым секретарем партийной организации, всем известный в то время, в кругах горняков, был Цыганков Анатолий Николаевич. Вот он сейчас в промкомуслугах командует. 100 человек вот тогда были приняты партией «Нур Отан». Ну и, конечно, активную роль здесь сыграли в целом партийные организации, руководители предприятий, градообразующих предприятий. Это, я могу сказать, в первую очередь, конечно, как всегда, образование. Потом здравоохранение. И вот я вспоминаю тогда Абихаз Тулюханович Кусаинов, это городская больница. Роза Ирина, помните, да? Вот. Ну и, наверное, 150-200 человек тогда вступили в партию. Образование, здравоохранение, крупные градообразующие предприятия и численность партийцев отчизны выросла в разы. Сегодня уже Экибастузская малая первичная партийная организация Павлодарской области, возглавляемая депутатом городского маслихата Мирхатом Мусанап, занимает первое место. После слов руководителя первички аким города Кайрат Нукенов торжественно вручил партийные билеты экибастузцам, примкнувшим к партии Ельбасы. Жалеловой Диане Фанатовне, учителю начального класса школы лицея номер 36. Учителя, работники различных отраслей и все молодые специалисты. Председатель Экибастузского филиала Кайрат Тимершотович отметил, что партия молодеет, делая осознанный выбор в пользу прогресса, инноваций и правильной политики главы государства. Наряду с молодежью отмечены были и ветераны партии. Заслуженный энергетик Республики Казахстан, обладатель знака почета, ветеран партии и труда, председатель Совета ветеранов энергетиков. Переходящим кубком председателя главенствующей партии по футболу была награждена организация «Промсервис Отан». Также переходящим кубком по волейболу наградили партийную ячейку ТО «Майкубен Вест». Поставленные задачи руководством страны, возросший авторитет партии, ведут к улучшению жизни каждого казахстанца. В завершении торжественного собрания резюмировал Кайрат Тимершотович.